Хоккеисты Динамо Алтай подошли к такому моменту, когда каждая игра на вес золота. Одна ошибка, и о плей-офф можно забыть. Туда попадают 16 команд, а наши расположились на две строчки ниже. Математические шансы еще есть, но важность каждой игры зашкаливает. Так начался матч против челябинского «Челмета». Гости первыми открыли счет после небольшого рикошета. Однако барнаульцы всего лишь через минуту уже отыгрались и сравняли счет. Маленько сил у нас было поменьше, чем предыдущие две игры. Не хватило свежести. И еще раз повторюсь, что приезжают команды с хорошей обороной. Лидеры нашего хоккея, то есть парни школы челябинская, все знают, кто такая. Поэтому одна ошибка решила исход матча. Мы забили один гол, нам два. И то вторую шайбу, когда Челмет повел в счете 2-1, болельщики увидели под занавес первого периода. И больше зрители заброшенных шайб не увидели. Как бы барнаульцы не старались сравнять счет, но госпожа удача в этот вечер была не с ними. И даже статистика за хозяев. Динамо Алтай бросил по воротам соперника 59 раз. Наши гости на 12 раз меньше. Нам эта победа нужна была как воздух. Мы находимся на грани плей-офф. Поэтому ребята настраивали на тяжелый матч. Но говорили, что... Отмечали сильные и слабые стороны соперника. Наверное, все-таки нас они услышали. И эта победа, ну, как глоток воздуха для нас. Домашняя серия игр продолжится еще одним матчем. 24 января в гости пожалуют Орский Южный Урал. Будем верить, что череда трех поражений подряд прервется. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.